Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, перед началом видео хотел попросить вас про помощь. Проголосуйте, пожалуйста, чтобы деревья убрали. Сделать такое вот голосование в свободной группе, убирать деревья вдоль трассы. Проголосуйте за то, чтобы полностью убрали. Полностью убрать вот это, голосуйте. Второе. Я голосовать не могу, потому что у меня бан в свободной группе, но вы можете голосовать. Ссылочку я на голосование оставлю в описании. Но мне Тимоха скинул результат голосования на данный момент. Пацаны, вот так это все выглядит. Но я за то, чтобы их полностью убрали, пацаны. Поэтому голосуйте, чтобы их полностью убрали. Я надеюсь на вас, потому что жутко просто лагает. Особенно возле Нашана. Я думаю, вы меня в этом плане поддержите. Повторюсь, все ссылки в описании. Голосуйте за то, чтобы их убрали. Всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в Криминалочку на серии Amazing Holy Play. Первый серый, со мной сегодня пацаны. Мистер Хата. Всем привет. Всем привет. Короче, едем грабить дома, а вы пока бизнес продавайте, потом Бусава к нам потянетесь. Окей. Я, кстати, команду забыл, Джонни. Какая команда, блядь? Роб. Роб? А, окей. Так, я с собой металла и дерево много взял, чтобы много грабить. Я тоже много взял. Ну, на Рубовке не варик грабить, потому что там у них пустые какие-то все эти сейфы. А тут можно пограбить нормально. Еще тут же рядом деревня есть. И в коряки наши брали. У меня, ну, ладно. Сейчас давай мой бывший дом запомнём. Ну, мой бывший дом пустой, потому кстати. Что он в гос не сливался. А ты помнишь владельца? Там много. Ну, не знаю, сейчас глянем. Там, может, его продавали, но в гос он не сливался, это точно. Сейчас посмотрим, что там есть. На кабанчике подъехали, вообще опасно. Я вчера пытался взломать замок. 4 раза сломал. Кстати, блин, мне надо было переодеться, я ж мусор, мне надо, блядь. Сейчас мусор будет дом взламывать, бля. Это сильно. Это твой дом лучше. Опа. Мы там. Я вижу, там кто-то дом грабит. Игорь Котик. Так. Так, опасно. Так, давай я попробую взломать, короче. А ты смотри за тем чуваком, какой-то он подозрительный. Хорошо. А, так, сейчас маску одену. Сейчас покажем, пацаны, как дом грабить надо. Я же второй раз это делаю. Так, маску одели. Я тоже надел маску, давай. Так. Для взлома или ограбления требуется минимум 2 человека. Так, подойди ко мне. Давай, начинай. Так, дверь. Все, держу кнопку. 37 секунд. Ну, он тоже, они, походу, тоже дома взламывают, вон. Я так понял. Да, это дом закрыт, кстати. Ван Хельсинг. Ебать, Ван Хельсинг, ебаный в рот. Это сильно. Сейчас бы грабить дом Ван Хельсинга. Это перебор. Мне кажется, он пустой, блядь. Хотя он закрытый постоянно. Да. И очень сильно закрытый. Смотри, сейчас там аж смотри, просто вам. Но я держу кнопку, не отпускаю, чтобы сломать. Ну, держи, держи. Смотри, сейчас сломается, да, типа. Сломалась, сука, ты прикинь. Вот сейчас еще раз попробую. 6 раз, 4 раза. Да, просто, раз, блин, нас понял, нас только двое, надо, чтобы они еще подъехали в масках. А, типа, чем больше человек, тем быстрее можно взломать. У вас маски есть? Сейчас подъедем. Ну, они с нами закупают в аптеке, у них должны маски. Есть. Ну все, мы ждем вас, короче, тут. Бусаева. Где дома элитные. Ну, я пытаюсь, 53 секунды пишет, я второй раз уже пытаюсь его взломать. Надеюсь, сейчас не сломается скрепка, блядь, этого вчера ничего. У нас это было с первого раза, помнишь, да? Ты взломал, так, блядь. Ну, это на Рублевке было. А тут мы вчера не могли, ну, его, да, взломать. Ты 2 раза пытался взломать. 4. Ну, 4 даже. Блядь, что-то долго, блин. 53 секунды идут. Давай, давай, откройся, приз. Надо же сломать. Поехали. А, да, они в дом грабят, понял, меня на радаре показал. Бля, а сломалась цепнычка. Я ебал твой дом, блядь. Посмотри к другому. Как она держать, Кирилл? Ты держи ее. Ну, я держал, держал. 2 раза уже. Ну, ломается. Давай вот это дома, ну. Вот Ямаха стоит. По-моему, дом подписчика, ну ладно. Он открытый. А, он открытый, ну.
Анатолий Морган, подожди. Еще команду Здесь. Кирилл Гейм, просьба связаться. Ну, попозже, может, свяжемся. Он, смотри, надо, смотри, он вот стоит. Давай грабить быстрее. Давай грабить, он пока сейчас в АФК стоит. Так, как там роб? Сейф, так. В данный момент нет сейфа. В данном доме нет сейфа, пишет, слышишь? Что за прикол? Типа, наверное, в доме был сейф, потом он, наверное, слил его в ГОС, все осталось, не знаю, как это работает. Да не, должно было все слиться. Ну, позвали в другой дом, пишет, в данном доме нет сейфа. Пиздец, короче. Вы там долго, пацаны? Каша. Кто шаху родает? Родает. Так, погнали к этому дому. Ну, пацаны, видишь, смотри, сколько пациентов уже натаскали, смотри, смотри. Оперативника работает, блядь. Бля, вот этот дом закрыт, давай его взламывать, короче. Давай. Так, все, двери. Все, начинаю взламывать. Ты смотри за этими двумя на бэхе, не ну. Уже бэху, они уехали, прикинь. Рабанули дома и съебались, красавчики, бля. Я тоже так хочу. Надо было хотя бы на пляже мне переодеться, я в форме мусора, блядь. Дом взламываю. Заебись. Блин, я думаю, мы взломаем его как-то. Надеюсь. Но Руслан под бурю сейчас сами стоит, не понимает, что происходит. Ну, видите, я хотел вообще АХК сделать, но, блин, тут отыгровка, как бы, анимации есть, поэтому я думаю, это не нужно, в принципе. Можно вообще, кстати, рубрику такую сделать. Ну, блядь, мы еще ни одного дома не взломали. Отмычка сломалась. Блядь, ебаный в рот, нахуй. Погнали, блядь, открытый. О, ну, дом, давай, какой дом грабили, погнали его грабанем тоже. Давай. Походу он тем более открытый, наверное. Или они его полностью обчистили, я хуй знаю. Открытый. Погнали его грабанем, блядь. Пацаны за нас все сделали. Сейчас посмотрим, в шкафу есть что-то? Да, есть немножко. Патрона много. И давай взламывай шкаф, нахуй. Данный дом недавно уже был ограблен. Да ебаный в рот. Пиздец, хотел дом админа грабануть, он пустой, блядь. Вот обидно, пиздец. Максим Волхов, чё ты шкаф не фулишь? Так, ты где, Кирилл? Там, где мой дом раньше был. Напротив своего дома, понял, ищу. А, вот, смотри. Смотри, стой, стой. Где? Вот, где? Это дом. Вот, где? Это. Идем. Скажи, вот этот дом, вот я, смотри, вот я. Что, он открытый, типа? Вот. Их, сколько тут людей прибежало, типа. А, они грабят тоже. Буду деньги. Давай этот возьмем. У меня тут пусто. О, смотри, свои. Ричард Сникс. Кто свои? Свои, это Дмитрий Фернандес. Бля, вон ламба стоит, погнали ламбы там по-любому. А, там админ стоит, нет, погнали назад. Там админ стоит. Смотри, вон, возле ламбы админ стоит. Это РП, нельзя, нельзя. Я не вижу ламбу, бля, Кирилл. Вот тут ламба. Мы не можем аптеку найти. Да не Лазаров, это ж админ, по-моему. Да, да, да. Да, это, давай его дом грабанем, он тут стоит прям. Вот, смотри, возле 24-7. Там возле машины стоит просто. Давай тихонько к его дому зайдем, короче, и грабанем. Вон, давай потихоньку так, по РП, давай. Так, он вроде не шевелится. Пошли, пошли, пошли. Сейчас бы дом отбито грабить. Бля, у него дом закрыт, давай взламывать, давай взламывать. Так, оп. Давай. Подойди ко мне поближе. Так. Сейчас, погоди. Сейчас, ма. Вы должны... Сейчас. Все, я держу. Так, блядь. Сейчас. Двери дома. Все, начал взламывать. Так, смотри, чтобы он не повернулся. Амин. Сейчас подвину на дом взламывать. Прикинь, понял, этот админ возле дома стоит. Он, походу, отошел. И мы его дом взламываем. Прикиньте, пацаны. Да. Данил Лазаров. Он около вас стоит? Он около вас стоит? Да, 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 да. Да, почти. Давай по бырику, да, бля. Бля, еще шрапа зашел. Можно дома вообще админу взламывать? Бля! Он вышел с АФК! Быстрее! Так, делай вид, что мы тут ничего не делаем. Блять, он нас смотрит. Бля, что делать? Джоди, что делать, блядь? Я боюсь, нахуй. Он смотрит, что делать? Так, не шевелись, может он нас не видит. Бля, он бегает. Мань, встань где-нибудь. Пиздец, что делать? Взломаешь дом. Я ломаю, блядь, я пытаюсь. Быстрее. Так, ждем пока, если не... Блядь, отмычка сломалась, так. Потихоньку все будем. Потихоньку все будем, давай. За дом, за дом. Это пиздец. Тихо, тихо, тихо,
Сейчас бы при админе дом взламывать, это пиздец просто. Только мы так можем делать. Давай вот эти домики. Мы не можем найти аптеку, пацаны, чё? Чё, гоните? Не, реально, мы все. Мою старую аптеку поедете, блин. Блин, а тут дома убрали, прикинь? Я только узнал. А ну давай напротив дома админа тоже грабанем, пошли. А идем его сейчас в лодке и пойдем типа. Сейчас я его за это. За ДМ. Не надо его ДМить. Так, мы ничего не делали. Я скриншот сделал как раз. И сюда. Пока. Так, чей это дом? Что мне не показывают? Я не вор. О, дом открытый. Я в дом забежал. Он же в ФСБ работает, блядь. А я мусор, не пух. Тут дом пустой, короче. А у меня 6 звезд, подожди, сейчас. Тут дом пустой. Все, я маску еще один надел на 10 минут. Так, у меня еще 2 маски есть, короче. Так, он открытый или закрыт? Главное, чтобы металла, сука, хватило. Закрытый дом. Низкий класс. Давай попробуем взломать. Да. Подойди ко мне. Подойди поближе как-то. Ну не хочет. Маску одень. О, во. Так. Двери дома. Так, держу N. Все, так, ждем. Ну так чекпоинт, видишь, где стоит. Этот дом просто багнет. Этот, понял, карнизик вот этот. В нем застреешь постоянно. Ну, поэтому чекпоинт сюда поставили. 30 секунд. Интересно, вот высокий класс и низкий класс, они по-разному взламываются? Что там делаешь? Ай-яй-яй, Джонни Шалун. Руками там балуются. Взломал, заходи, блядь, заходи. Взломал. Сигнализация сработала, давай быстрее. Где шкаф, блядь? Сука, он пустой, блядь. Блядь, ёбаный хуй. Только зря, сука, металл тратит. Мы уже погнали к чьей-то особняк, взломаем и ебалось, ну, в рот. Вань, ты где? Погнали, наверное, особняк чей-то взломаем. Там стопудово что-то должно быть. Ваня, ты там едешь? Да, давайте особняк попробуем. Давайте к особнякам едем, короче, да, потому что тут, блядь, голяк, блядь, сейчас металл закончится и дерево. Надо сейчас дерево взять и металл и еще раз пробовать ломать, если будут особняки закрыты. Сказали, там в обмане берут. Да я видел, ну, блядь, там голосование сделали, сука. Пиздец. Еду, блядь, спокойно, 90 FPS. Поезжаю для до особняков и деревьев, блядь, 70 на. Сразу, блядь. О, 40, блядь, уже. Сука, ебучие деревья. Вылезай, а, не надо. Почему? О, ты это ждешь? Вы на тренажке едете? Да. Вот это давай взламывать. По-любому у них что-то есть. Если деньги особенно лежат, то вообще замечательно. Так, что у них, закрытый дом? Открытый, заходим. Открытый. Заходим, ёпта. Давай, 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 пожалуйста, пусть будет... Ёбаные, сука, нищие, блядь. Майбехи есть, Роллс-Ройсы, сука, шкаф пустой, блядь. Давай вот напротив, короче, нашего... Корлеона, короче, погнали грабить. Они нам там говорили, что мы уезжали отсюда, продавали дом. Давай сейчас уедем к ним. Давай. Что у нас там открыт? Открыто, ебать, заебись. У них, по-моему, пусто, я вчера вроде смотрел, сейчас глянем. А, не, не пусто, так, я погнал. Так, я начал, так, как там, блядь, команда, я забыл. А, роб. А, нужно, иди сюда, блин. Нужен еще один человек. У них тут дохера всего, давай, быстрее. Ща, ебать, Корлеона обчистим, нахуй. Так, роб, сейф. Нормально. Данный дом недавно уже был ограблен. Да ебаный в рот, заебали, сука. У них на коты, ну, сейчас на коты подняли. Да. Ну, попозже, значит, им заедем просто. Пишешь, понял, данный дом недавно был ограблен. Давай фрешев, погнали фрешев грабанем. Ну, кажется, тут уже просто всех заграбили. Да пиздец, мне кажется, уже всю карту грабанули, потому что сколько оно приходит уведомлений мне. Это пиздец. Так, вот фреш у нас, да? Открыто, о, да? Открыто, давай, заходим. Значит, тоже грабанули. А ну, сука, наш открыт, бля, если нас открыт, значит, нас тоже грабанули уже. Так, информация. А, не закрыт, ебать. Чё, у них там есть что-то? Комфреш.
Не, у них нихуя нету, можно отсюда сваливать. Да не надо сливать их, нормальные пацаны. Минус. Дебил. Долбоёб, блядь. Да ладно. Так, кого еще можно? Кто там напротив еще Хабибов? Есть? Хабибов? А, нет. Хабибов пустые. Пустые. Они особняк продают. Вот, давай вот этих. Голубых. Голубых огоньков. Да, тут... Да, Кирилл. О, тут открыт дом. Иди сюда. Где бэхи? Вот. Где белые тачки стоят. Иди глянь, я вижу, подожди. Да погоди, давай я здесь попробую. Пчелок. Погоди, сейчас я тут гляну. О, иди сюда быстрее. Иди сюда, тут твоя пушка надо. Быстрее, Джонни. Джонни, давай быстрее. Убивай. Наверху. Все. Так. Ух ты. Роб. Сейф. Во, начал взламывать, все. Не взламывай, я сейчас буду взламывать. Все, я взламывать давай. Начал. Так, я, это... стой на шухере. Я пока буду у караула давать. Так, Александр Кашин. Блять, хуй пойми, как он читается. Че? Нормально, короче. Надеюсь, он не бьется, это как бы ограбление. Сука, сейчас бы в форме ДП зарабить бы людей. Пиздец, только я так могу, блядь. Пацаны, вы где делись? Или я, не вышли? Я бис продаю, мне еще 7 минут надо ждать. А, ну мы, короче, дом грабим, где тут белые машины. Особняк, особняк. Особняк, да, особняк грабим. А, вы особняки грабите? Да. Нормально, ну, а к Фриманам зайдите. Сейчас только ты поднимем, и патрон. Так, а у них... А вы к Фриманам заходили? Не. Да их по-любому грабили уже. Ну хз. Ломал замок? Не, ломаю еще. Взломал, так, все. Что теперь нажимаем? N нажимаем, так. Нажимай. Держи. Вы взяли все, что могли. Уносите ноги, пока полиция не поймала. Так, а ну ты град. Я взял, что мог. Я написала. Все, съебаем. Могли уносить ноги, пока полиция вас не поймала. Погнали к Фриманам в гости. У тебя пушка ездишь. Давай, иди вперед, у тебя пушка просто есть. Пойдем. В гости к Фриманам. Добрый вечер, я диспетчер. Нахуй мясовозка. Иди вперед. У тебя пушка есть. Вот тут никого нет вроде. Ауе, вечер в хату, пацаны. Открыто или закрыто? Закрыт. Давай взламывать, короче, роб. Давай, начинай. Так, дверь дома. Все, начал. Ты на шухере стой. Да, что такое, Вань? Посмотри, не, мы просто смотри, как мы двери ему, ну, ему вроде открыли, и нас Бабаев сзади захреначил. Не, как... у меня есть Джонни, он опасный парень с района. Но... Неправильно. Хочешь тебя за плюсцепу? Девочка, бля. О, у тебя Саря. Фиолетовый тоже дигл, красавчик, уважуха. У меня тоже. Так, почти вроде взломал сейчас. Кирилл, как тебе так ничего с таблетки не падает? Не знаю, блядь. Потому что, сука, мне не накручат как всем. Нет, там не нахуй, при нас пацаны, бля! Короче. А, это свои или нет? Это наши. Бля, не смог сломать, ну еще раз, иди ко мне. Двери. Бля, у меня металла нету, давай ты взламывай. Взламывай ты, короче. Это я не наши. Смог взломать. Взламывай ты. У меня металл закончился. Дай мне ви этот, блядь, какую-то пушку. Дигл дай. 20 патронов дай. О, МП, да. Вот это другое дело. Так, все, стоим на шухере. Че, не взломал? Так, давайте четвером стоим. У меня маска не пропала? А, у меня маска пропала. У меня тоже. Все, я маску одел. Так, давай взламываем. Давай, Даниэль, мы должны рядом стоять, потому что быстрее он взломал его. А че, админы типа блатят, ебать? Кого? Кого блатит, Кирилл? Ты админ, не мешай РП процессу. Че такое, Кирилл, расскажи. Да админ приехал, вот этот Александр Фриман и выгонять, типа. Они приехали. А, Фриман, понятно. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.